Удаленный поселок Чертинский всегда был обделен вниманием властей. Еще года 2-3 назад это считалось нормой. При нынешнем главе для микрорайона сделано очень много. А главное, решена самая больная проблема. Заменено 10 километров водовода. В канун Нового года еще один подарок. Дополнительная дошкольная группа для 3- и 4-леток в единственном детском саду «Теремок» в поселке сократит очередность на 25 юных беловчан. Можно было ввести не 25, а 75 мест, допустим, тех же Бабанаково или в Новгороде, или в центре, за те же деньги. Пошли на это потому, что, еще раз повторяю, что это именно черта. И очень мало внимания уделяли до этого именно вот этой территории. Вот. Что еще хочется сказать, что в следующем году, я еще раз подтверждаю, в 2013 году мы снимем проблему с очередью в детские дошкольные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет. Это малокомплектный детский сад. К тому же расположен он в здании 1949 года постройки. А потому вместе с открытием дополнительной дошкольной группы понадобилась и реконструкция остальных помещений. Произвели частичный ремонт кровли, а внутри сантехнического оборудования и отопительной системы. Во всем здании детсада заменили оконные блоки и линолеум. Самое главное – капремонт пищеблока. Оборудованы цеха первичной обработки, горячей и мясорыбной. Приобретено технологическое и холодильное оборудование. Для детей главное – удобная и современная мебель и много-много новых игрушек. В уходящем году эта дошкольная группа закрывает так называемую программу 500 по снижению очередности в детские сады. Правильно говорите, Игорь Анатольевич, нисколько нет сомнения, что программа вступила в силу, и поселок, микрорайон Чертинский не остался без внимания. На дальнейшее совершенствование материально-технической базы детскому саду вручен сертификат на 100 тысяч рублей. А взамен представители городских властей получили символ новой дошкольной группы – плюшевых медвежат. Совсем скоро в этой группе зазвенят детские голоса счастливых дошколят. Администрация уже с января следующего года продолжит работу по сокращению очередности в детские сады. К концу 2013-го она будет полностью ликвидирована с открытием еще 700 мест в дошкольных группах Белова.